С днем рождения! Дорогая возлюбленная церковь, возлюбленные пасторы Виктор и Диана, искренне поздравляю вас с этим замечательным событием. У вас не просто день рождения, у вас юбилей. 25 лет. 25 лет верности, посвящения, служения, жертвенности. 25 лет вызовов, сражений и побед. Но вы знаете, то славное, что Господь сделал уже, не сравнится с тем великим и славным, что Господь приготовил для вас в будущем. Я благодарен вместе с вами Господу за все, что Он делал до сего дня. Вы являетесь примером для многих, вы являетесь вдохновением для многих. Вы замечательная, качественная, духовная, полная веры церковь. И я всегда рад иметь общение с вами, я всегда рад соприкасаться с вами, с вашей церковью. Но я абсолютно уверен, что Господь приготовил для вас многое и многое впереди. Не только для вас лично, но Господь многое хочет для других сделать через вас. Молюсь, чтобы все самое лучшее, что есть у Бога на небесах, Его воля, так как она есть на небесах, исполнялась в вашей жизни, личной жизни церкви здесь на земле. Чтобы Его царство и в силе, и в славе, и в величии, и в могуществе было явлено вам и через вас. Обнимаю вас. Поздравляю вас, благословляю вас, молюсь за вас и радуюсь вместе с вами. 25 лет верности Господу. Вы молодцы. С днем рождения!